Танцы для маленьких леди и джентльменов. На необычный бал благодарителей приглашает челнинцев в дворец торжеств. Откроется он в это воскресенье за час до полудня. Главные гости – дети от 5 до 10 лет. В каждом зале дворца для них подготовлены тематические акции с призами, угощениями и аниматорами. В программе также уроки бальных танцев и светского этикета. Главная цель организаторов – оторвать малышей от виртуального общения в социальных сетях и научить дружить и знакомиться со сверстниками, как говорится, вживую. Потому что сейчас все мы знаем век технологий, дети в основном у нас, они в интернете, они, может быть, даже мало с друг другом общаются, здесь цель такая, чтобы они пообщались друг с другом вместе, да, научились чему-то. И плюс еще вот эти танцы. На пресс-конференции начальник управления ЗАГСа затронул и тему капитального ремонта проспекта Чулман. Помешают ли работе Дворца торжеств дорожные работы под боком, а точнее подъезжающим сюда свадебным кортежем? Для церемонии бракосочетания сейчас наступает небольшое затишье, во многом связано оно с мусульманскими традициями в священный месяц Рамазан, который начнется 6 июня. Равиля Зарипова выразила надежду, что дорожники успеют уложиться за этот срок. У нас получается июнь месяц, он более спокойный, потому что ураза, потом начинается ажиотаж уже с 5-го после окончания уразы. Я думаю, все равно найдем выход, доступ к Дворцу торжеств в любом случае будет. То, что дороги делают, это очень даже хорошо.